Выставка гравюр 16-20 веков Данте Алигьери гармонично дополнила экспозицию музея Пластова. Их соседство с работами Аркадия Александровича заставляют вспомнить об особом интересе художника к итальянской культуре. Имена и творения Франческо Фонтебасса и Бартоломео Пинелли ему были хорошо знакомы. Более того, репродукции старых итальянских гравюр встречаются в папках этюдов мастера среди его собственных работ. 1950-е и 60-е годы Пластов не раз бывал в Италии, где смог прикоснуться к тому миру, которым он жил и грезил долгие годы. Можно сказать, что это божественная комедия в миниатюре. Здесь представлено 29 работ известного коллекционера, мецената из Москвы Владимира Беликова. Ульяновский областной художественный музей начал сотрудничество с ним в прошлом году с выставки Дюрера. Гравюры позволяют прикоснуться к божественной комедии, к личности Данте, автора этого произведения, поэта, писателя, ученого и философа, создателя итальянского литературного языка. По степени влияния на мировое искусство божественную комедию можно сравнить с произведениями Гомера и Сервантеса. Создавая ее, итальянский поэт, как указывает исследователи его творчества, хотел показать адские мучения грешников и тем самым обратить человечество на путь спасения. Мы еще прошлись по нашим ульяновским коллекционерам. И один нам дал книги Данте в разных переводах. Один из них – это перевод Дмитрия Минаева, очень красивый, читается на одном дыхании. А другой в выставку включил такие филателистические обращения. Ульяновский коллекционер Демид Устинов передал на выставку конверт и марки с изображением Данте Алигьери. Гравюры дополнили и скульптуры ульяновского художника Дмитрия Потапова. В контексте выставки они представлены обобщенными образами ада, чистилища и рая в интерпретации современного мастера. С ними соседствует поздняя итальянская майолика XIX века, изготовленная на фабрике Кантагали во Флоренции, родины Данте, и предметы из частных собраний, связанные с представлением божественной комедии. Все это находится в фондах Ульяновского областного художественного музея. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.